Всем привет. Меня зовут Алексей Ильин, я руковожу проектом «Интерактивный мульт». «Интерактивный мульт» — это суббренд телеканала «Мульт». Телеканал «Мульт» входит в комплект цифровых каналов ВГТРК. Это, на самом деле, уникальный канал, который первым в России начал создавать собственный контент мультипликационный. Ни один канал в России этим не занимался никогда. Вот. Телеканал создал уже 4 бренда. «Аркадий Паровозов», «Бумажки», «Мишки», «Волшебный фонарь». Сейчас готовится к запуску еще несколько мультсериалов. Вот. А мы делаем интерактивные версии этих мультсериалов. У нас уже вышло 2 проекта. Первый по «Аркадию Паровозову». Он вышел полгода назад. Второй по мультфильму «Бумажки». Он вышел 3 месяца назад, мы уже набрали более 2 миллионов установок, что среди детской аудитории России это хороший очень результат. Вот. Но говорим немножко о детском рынке. А вообще, скажите, кто-нибудь занимается детскими играми здесь? Классно. Вообще, рынок детских игр — это достаточно своеобразная история. На нем есть очень много проблем, которые отличают его от вообще игрового рынка в целом. Они все взаимосвязаны, но как бы я попытался их немножко структурировать. Первое — это низкая прибыльность. Ну, то есть детские приложения, на них зарабатывать гораздо сложнее, потому что мы, по сути, продаем контент. Контента очень много сделать дорого, и дополнительный контент делать еще дороже. Вот. И мы не можем продавать внутриигровую валюту или что-то такое, зарабатывать на этом постоянно как-то усложняя игру или что-то такое дело. Вот. Поэтому первый момент — это достаточно низкая прибыльность. Второй момент — это вообще в среднем достаточно низкое качество продуктов на рынке, ну, потому что так как прибыльность низкая, то в это вкладываться достаточно сложно, поэтому все пытаются сэкономить, и очень часто на рынок выходит достаточно низкокачественный продукт. Есть такой важный момент, что донести информацию о детском продукте до потребителя достаточно сложно. Потому что нет каких-то индустриальных порталов, на которые ходят все родители и читают информацию там, или каких-то источников информации, которым бы родители доверяли. Еще один момент — это сложность локализации и адаптации. То есть о чем речь? На российском рынке достаточно мало продуктов, которые вот действительно хорошо были бы локализованы и адаптированы. Соответственно, детям их сложно воспринимать, они не нравятся ни детям, ни родителям. Чтобы адаптировать продукт и перевести его, так часто это голосовая озвучка, это, не знаю, какие-то… То есть ребенок часто не умеет читать, просто и нужно все проговаривать голосом. Для того, чтобы голосовую озвучку сделать хорошую, это нужен хороший актер, это увеличивает размер билда, куча сложностей. И последний, самый главный момент — это то, что лицо, принимающее решение о том, что вообще установить или купить продукт, и человек, который будет пользоваться этим продуктом, это 2 разных человека, потому что принимает решение родитель, а играет ребенок. Вот. И нужно сделать продукт такой, чтобы он понравился родителю, а потом еще понравился ребенку, и чтобы он в него играл и получал от этого удовольствие. Ну и стереотипы родителей. Сейчас в первую очередь в России, да и во всем мире есть ряд стереотипов, которые останавливают родителей от того, чтобы приобретать детские продукты. Я немножечко об этом потом поговорю. Вот, но в любом рынке есть недостатки, есть преимущества. Для нас самыми главными преимуществами этого рынка было то, что, во-первых, низкий уровень конкуренции, то есть достаточно мало продуктов качественных. Соответственно, на этот рынок проще выходить, его проще захватывать.
У детских брендов очень длительный срок жизни. То есть мы все до сих пор смотрим советские мультики, какие-то старые диснеевские мультики, которые 40-х, 50-х годов. То есть персонажи из этих мультфильмов, они до сих пор живут, и они до сих пор интересны аудитории. Поэтому если мы используем мультипликационные персонажи и мультипликационные франшизы, то этот проект будет жить долго, и хвост установок и продаж у него, соответственно, тоже будет гораздо длиннее. И главное, что мы хотели создать полезный, интересный и инновационный продукт, и на этом рынке это достаточно просто сделать, потому что продуктов мало, и многие из них будут инновационными. А что мы сделали? Ну, кроме того, что мы выпустили игрушки и пробуем различные аудитории, различные подходы, мы с ребятами из Института МАМРИ провели исследование. Провели исследование аудитории родителей. Часть исследования, про которое я как раз расскажу, на самом деле уникальное исследование, мало кто исследует вообще родителей, как они относятся к всему этому. Первая часть исследования, про которую я как раз расскажу, это в нем участвовало более 600 человек. Это были телефонные интервью. Мы опрашивали людей из городов, которые более 100 тысяч населения, и людей, у которых есть дети от 2 до 12 лет. Оно буквально прошло вот недавно, так что это свежак-свежак. Вот. И первое, самое интересное, это отношение вообще к играм среди родителей. То есть здесь вот как раз на этом слайде ярко видно, что есть двойное отношение. То есть с одной стороны родители, большинство подавляющее, считают, что игры негативно влияют на здоровье ребенка, на психику ребенка. С этим согласны вот 75%. Но при этом они также считают, что игры являются хорошей вещью, потому что они развивают, обучают ребенка и позволяют родителю отвлечься на время. Вообще, играют ли дети в возрасте от 2 до 12 лет в какие-либо игры? 71% играет. Вообще 42% хотя бы на одном устройстве, а 40% на двух и 18% на трех и более. То есть это смартфоны, планшеты, компьютеры, приставки. Тут немножко мелковато, но дальше будет много цифрок. Я думаю, может быть, будет интересно. Синим здесь отмечены смартфоны, красным планшеты, желтые — это компьютер или ноутбук. На каких чаще всего играют? В разных возрастных категориях. Вот. Тут интересно, что с 2 до 9 лет в основном играют на планшетах, в первую очередь на планшетах, а с 10 уже начинают на компьютерах, ноутбуках. Есть отличия по тому, как часто играют у мальчиков и девочек. То есть девочки чаще играют на планшетах и смартфонах, а мальчики на ноутбуках и приставках. А большинство, подавляющее большинство родителей, опять же, они пытаются ограничивать время сессии игровой. Но тут важный момент – это то, что так как это телефонное интервью, на ответы накладываются еще субъективные отношения родителей и их вообще восприятие реальности в целом. То есть родитель может не знать о том, что ребенок играет, например, в школе. Соответственно, это время он не учитывает. Он может, считать, что пока он смотрит телевизор, ребенок не играет, а он на самом деле играет. И вот таких тонкостей много, поэтому. Но, по крайней мере, как они считают, вот здесь отражено, что большинство пытаются ограничивать не более 1 часа в день, подавляющее большинство. Но есть некоторые исключения, до 2 часов, с 10 до 12 лет.
А интересный момент, а кому вообще принадлежит это устройство? Здесь опять синенький смартфон, красный планшет и желтый ноутбук. То есть отсюда видно, что смартфон и планшет — это в подавляющем большинстве случаев это личное устройство. Это либо личное устройство родителей, либо личное устройство уже самого ребенка. А ноутбук оказался, сейчас перешел в разряд семейных устройств, которым пользуется вся семья и которое не принадлежит кому-то лично, что тоже достаточно интересно. Система гайд. 64% опрошенных играют одни, без никого. Но достаточно много играют с родителями, с братьями и сестрами. И процент очень сильно меняется по возрастам. То есть если мы говорим о 2-5, то там 43% играют с родителями. Если говорить о 10-12, там уже всего 8% вообще как-то взаимодействуют с родителем во время игры. А во что? Ну, в российские или в зарубежные игры играют? Ну, очевидно, что подавляющее большинство играет в зарубежные во всех возрастных категориях. Но при этом родители согласны, что в иностранных играх больше жестокости, и они считают, что в играх очень не хватает отечественных персонажей. Причем здесь интересно то, что там по возрасту родителей здесь проанжировано, чем моложе родители, тем более они убеждены в этих высказываниях. То есть более старшее поколение меньше чувствует жестокость в играх, и им не нужны отечественные персонажи, а вот более молодое поколение, как ни странно, более заинтересовано в этих вопросах. Мы также поспрашивали, во что играют. Здесь опять по возрасту. Синенькая 2,5 и красная 6,9, желтая 10,12. Ну, младшие, очевидно, играют больше всего в обучающие. Опять же, головоломки, логические игры. Чем старше, тем больше симуляторов, стрелялок и так далее. Что интересно, игры с известными персонажами — это ответ, который выполз из раздела «Другое». Мы его не добавляли в вопрос. Родители сами его стали добавлять, и достаточно большой процент он набрал. И немножко о наших проектах. То есть 14% опрошенных играют уже в игру про Аркадия Паровозова, и 7% в бумажек, что на самом деле очень много, но это как раз вот те 2 миллиона и получается, если посмотреть на общую аудиторию России. Чем родители руководствуются при выборе? Большая часть говорит, что с содержанием игры. Ну, наверное, отчасти это правда, хотя если посмотреть более глубокие интервью, которые мы потом еще дополнительно проводили, очень большой процент, например, родителей отцов часто покупают игру для себя, преподнося это как игра для ребенка, потом сами в нее играют. Вот. Но содержанием они, конечно, наверное, тоже руководствуются в этот момент. Вот. И 45% при выборе в первую очередь учитывают просьбу самого ребенка, что тоже достаточно интересно. Вот. На самом деле, кратенько выводы. Родители хотят больше обучающих игр и развивающих игр. Ну, то есть это, в принципе, вполне очевидный вывод, но если посмотреть, то в возрасте 10-12 дети вообще перестают в обучающие игры как-то играть. Ну, то есть этот сегмент вообще перестает работать. Вот. А все родители очень хотят, и для них это очень важный критерий как раз выбора. Продукты российского происхождения очень востребованы, и все родители хотят, вот я показывал цифры, там 80% населения хотят получать игры именно российского производства и с российскими персонажами.
Они считают, что это лучше и интереснее, поэтому если делаете игры, придумывайте своих персонажей. Ну и важный момент, что отчасти чем мы в том числе будем заниматься, это необходимо доносить до родителей информацию, что игры могут быть полезны, что они не рушат психику, качественный продукт не вредит здоровью и только приносит пользу ребенку. Ну, кажется, все. Спасибо. Вопрос какой-то есть? Подключи микрофон. Спасибо большое за доклад. Меня зовут Дмитрий. Самый интересный вопрос, я думаю, что он где-то в конце будет освещен, но нет. Как вы зарабатываете? Сколько зарабатываете, если можно хотя бы какие-то метрики? Это первый вопрос. И второе, вся индустрия, медийная, там, игровая, разработческая, да, за последние там, полтора года, как обвалился рубль, да, смотрит в сторону туда, куда-нибудь. И как бы все приучились, что там, делать продукт, который исключительно внутренний, это практически изначально провальная идея, потому что там ты должен делать для очень широких масс, для супершироких, то есть вообще для всех. И должен быть шоу-голос, чтобы быть безубыточным. Вот. Как это согласуется с тем, что все родители хотят российских персонажей, мы сделаем клевых российских персонажей и продадим им только там, 50 миллионам родителей в России, из них там, 10 миллионов платежеспособны. Ну, вот. Детская аудитория 17 миллионов играющие. Вот. Мы это тоже пооценивали, я, наверное, пропустил. То есть аудитория маленькая, в конце концов. Вот, и вот два вопроса. То есть как монетизировать и что делать с выходом на Запад? А с монетизацией мы пробуем, на самом деле, разные схемы. А у нас сейчас выходит третий продукт. Все продукты построены немножко по-своему. Первый продукт мы пытались продавать пати мини-игр. Внутри вот как раз паровоза, то есть там мини-игры разбиты по три штуки, и мы один комплект выдаем бесплатно, а остальные по три штуки продаем. Вот. А в бумажках мы делали уже немножко по-другому. Там можно было тоже докупить контент внутри бесплатной версии. Ну, то есть нам нужна бесплатная версия, потому что мы в том числе для продвижения используем телевизор. Вот. И трафик нам нужно все равно перегонять в какой-то контентный продукт. И у нас была еще платная версия. Платная версия работала лучше, чем паровозов, например, который вот по схеме дополнительного контента внутри бесплатной версии. Да. Вот. Сейчас выйдут мишки, мы там немножко по-другому, опять же, пробуем сделать. Мы хотим там попробовать варианты разблокировки контента всего одним инапом из приложения. Вот. А сколько заработали, сказать не могу. У нас это закрытая информация, меня просто расстреляют. Окупить достаточно сложно. Единичный продукт окупить, на мой взгляд, на данный момент нереально. Поэтому мы строим линейку продуктов. У нас за этот год еще выйдет порядка 6 других еще новых продуктов. И стратегия развития на 3 года с большим вообще спектром обучающих и различных игр. Построение линейки, на наш взгляд, должно дать возможность при переключении трафика из приложения в приложение и за счет того, что мы имеем длинный хвост установок и длинный хвост покупок, за какой-то период должно вывести на окупаемость эту историю. Ну и в принципе цифры показывают, что да, это так и произойдет, но просто это перспектива 3-4 лет инвестиций. Выходить за пределы России. Да, мы как раз начали проводить эксперименты в эту сторону. То есть паровозово, когда мы сделали кучу классной голосовой озвучки и так далее. И, соответственно, локализация его на другие рынки, она получилась
что стоит колоссальных денег, и делает проект очень большим и тяжеловесным. В бумажках мы попробовали сделать игру почти без текста, и, соответственно, да, там локализация получилась дешевая. Мы перевели их на английский язык, и они очень хорошо пошли за границей, после чего мы их перевели еще на 5 языков, сейчас еще переведем еще на 4 языка. Вот. И да, они хорошо работают. Причем интересно, что лучше всего у нас, для нас, по крайней мере, работают рынки Южной и Латинской Америки, Юго-Восточная Азия и арабские страны. Вот это вот для нас, наверное, такие самые сильные рынки, где... Ну, видимо, да. Я обратил внимание, что в основном у вас игры, которые нужно непосредственно взаимодействовать с устройством, там тыкать, что-то делать. Но вот я знаю, был такой стартап, не знаю, может быть, он сейчас есть, называется Марабака, это где ребенок там что-то смотрит, ну, на устройстве, на сайте, там есть какая-то соцсеть, по-моему, для детей, и играет уже непосредственно не в устройстве, а где-то там что-то конструирует там, или еще что-то, ну, в офлайне, так скажем, и потом выкладывает свои работы. Ну, там, в соцсеть, опять же, в это. Ну, другой немножко с принципа взаимодействия. Мне кажется, тоже было бы интересно сделать такой формат. И если у вас... Давай я сейчас буду комментировать, я тут забуду. Ну, во-первых, в бумажках мы... Одна из ключевых фичей приложения заключается в том, что ребенок может отредактировать и раскрасить любого персонажа. Он будет такой же потом в игре, но также дается возможность распечатать развертку, прям вот с устройства отправить на принтер. И вот этот вот раскрашенный, сделанный персонаж, его можно сложить, вырезать и сделать, и играть с ним потом с бумажным дальше. А насчет своего контента в игры, user-generated и так далее, эти первые проекты, они рассчитаны на аудиторию, ну, по крайней мере, мы сначала целились на 2.5, 2.6. Вот. И вот если смотреть на этот сегмент, то загонять контент внутрь, для сделать это просто и интуитивно, это крайне сложная задача. Мы попробуем что-то такое сделать, и у нас в планах даже на этот год есть приложение с отчасти подобными идеями. Вот, но это просто долгосрочная и сложная история очень. И так. Еще одна идея у меня появилась, ну, некоторое время назад, может быть, вы этим займетесь. А большинство родителей проблема, мне кажется, ну, как и у меня была тоже, проблема в том, что родители не знают, во что играть с ребенком. И, ну, как бы на определенный возраст, ну, у детей должны быть свои определенные игрушки, там какие-то определенные игры. И родители ищут в интернете, по разным сайтам ищут, во что играть, ну, в конкретном возрасте. И какие игры, как развивать его. И, может быть, сделать какое-то приложение для родителей непосредственно. Но я не говорю только о каких-то... Кто там, они оставляются от балды. Я не говорю только о игрушках на устройстве, вообще реальных играх, там, просто сидя там за столом или на улице. Мы, на самом деле... Сейчас исследуем вопрос совместной игры на одном устройстве, ну, как вариант на Apple TV, например, совместной и ребенка, и родителя, вот, для того, чтобы именно организовать взаимодействие между ними одновременно. Вот такой вот проект хотим попробовать сделать. Здравствуйте, спасибо за доклад. Меня зовут Мария. У меня такой вопрос, даже два вопроса. Первый насчет тестирования. Вот ответы, вы их сами придумали или это вы статистически собрали из того, что вам люди говорили по телефону? Статистически собрали. Это социологическое исследование, нормально. Угу. Ну, то есть это вот институт МАМРИ проводил. А, то есть вам на заказ его провели, да, специальные чуваки, да, которые это делают? Классные, о, чуваки, круто, которые очень классно это делают. А можно будет, да, потом презентацию у вас? Да. Ага, спасибо. Это данные с хорошими, там, с оценками погрешности, совсем. То есть там это абсолютно честные данные, которые это уникальное исследование, mm-hmm. которое на российском рынке мало кто проводил такое, и бесплатно уж точно никто не mm-hmm. оставил.
Вау, круто. Не, реально очень здоровские данные. Просто хотелось бы тоже получить их для своих игр. На самом деле еще больше, их очень много. Там у нас внутренний отчет на 100 с лишним страниц. Что, поделитесь? Или вы, чтобы нам завидно стало рассказывать? Постепенно будем делиться. Хорошо. И второй вопрос связан немножко с этим. Вы сказали в конце, что хотите как-то проводить просвещение среди родителей о том, ну, что игры — это вообще весело, здорово и интересно. А как вы собираетесь это делать? Может быть, полезно, главное. Может быть, полезно, да. Как вы хотите это делать? Но так как мы входим в структуру холдинга ВГТРК, то мы можем... ВГТРК? Да. То мы можем использовать, в принципе, ресурсы холдинга и через него пытаться наносить эту информацию. Прикольно, зовите евангелистом. Приходите. Спасибо. Пишите. У меня вот возник такой вопрос. Вы сказали, что есть востребованные отечественные игры. Подразумеваются игры с какими-то узнаваемыми нашими людьми и персонажами. Ну, там, Винни-Пух советский, я не знаю, Алиса. Или же именно российскими компаниями произведенные. Это очень как бы большая разница. Разница здесь очень большая, но родители ее чаще всего не понимают до конца. Вот. В этом есть тонкость. Ну, то есть, в принципе, если продукт сделан российским производителем, сейчас уровень доверия в России к нему выше. Но если производитель будет замаскирован под западного, у него будет непонятное англоязычное название и так далее, то родители его не проидентифицируют как российского, и, соответственно, он будет в ряду западных жестоких страшных компаний. И еще один вопрос, возвращаясь к монетизации. Вот конкретные цифры не интересуют. Вы упомянули, что вы используете 3 схемы монетизации разных, но так и не стало понятным. Вот схема с инапом, разблокирующим все, она более эффективна, чем платное приложение, или нет? И также 28 апреля выйдет наша третья игра, и мы сможем оценить. Понятно, то есть вы еще не пробовали. Третью схему еще не пробовали. И по поводу еще один тип монетизации — это реклама в детских приложениях. Думали ли вы о ней? Если думали, то почему отказались? И, ну, или не отказались? Очень тонкий момент — реклама именно в детских приложениях. Мы, конечно, думали и исследовали этот момент. В чем проблема? Проблем несколько. Первое заключается в том, что никто не умеет продавать рекламу родителям. Ну, вот, то есть, это... есть еще ограничения. Допустим, App Store для детских приложений требует специальную рекламу. Да. Поэтому мы, в принципе, сейчас сделали и тестируем собственное внутреннее решение по показу рекламы. Сейчас это будет в виде кросс-промо у нас, но в том числе какие-то дружественные проекты мы тоже попробуем запустить. Там типа мультфильмы. Сейчас есть такая инициатива, когда вот мультфильмы показывают вот именно для детской аудитории ранние сеансы в кино. Вот, например, мультфильмы мы попробуем продвигать через приложение, еще какие-то вещи. Выставка будет большая в июне, детская, на ВДНХ, мультимир, где будут все мультипликационные студии, мы тоже там поучаствуем. Выставку попробуем продвигать. Там просто одно из важных ограничений — то, что для того, чтобы выйти из приложения, нужно провести идентификацию возраста. Вот. И как раз из-за этого мы именно строим свою систему, которая позволит именно это делать. И, ну, она уже позволяет. Она будет как раз запущена тоже в нашем новом проекте. Вот. И, в принципе, если будет хорошая система и классная, то мы будем ей тоже делиться со всеми. Спасибо. Алексей, огромное спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, в продолжение просветительской функции, какими данными вы можете оперировать, говоря родителю о том, что если ты дашь ребенок планшет трехлетки, то ему это не вредно? Есть ли какая-то достоверная информация, которую вы можете оперировать в просветительской деятельности? Спасибо. Ну, мы будем привлекать психологов, которые будут говорить сами. Мы их не будем заставлять там насильно держать. А какие-нибудь исследования проводить или что-то вроде этого, чтобы действительно эта информация, ну, не знаю, вызывала доверие? Не просто вот там какой-то там научный, не знаю, кандидат наук сказал мне, с чему я должна ему верить?
вообще проблема доверия родителей и донести до них информацию так, чтобы они поверили, это крайне сложная задача. Там в продолжении этого исследования мы и эти вопросы задевали. Родители не доверяют никому, нет вот человека вообще в России, да и в мире, которого они могли бы послушать, и вот если он им скажет, что это хорошо, то нет, таких людей нет в принципе. Нет. Нет, там у нее меньше процента у нас получилось. Вот. Да, мы планируем множество различных исследований. Это просто это первое, которое мы сделали. Мы попробовали, мы начали щупать аудиторию, рынок и так далее. Будем проводить еще и опять же будем делиться, рассказывать про это. Спасибо большое. На ваш взгляд, какая оптимальная цена для приложения для детей? Ну, скажем так, если мы берем детей до 5 лет и развивающее приложение, не столько игра, а вот именно развивающее. А как вы понимаете оптимальность? Ну, скажем так, какой-то психологический барьер, который фиг знает, это работает или не работает, должно работать, и не жалко эти деньги потратить, даже если они не работают. Опять же, в рамках исследования родители говорят, что это 300 рублей. Но это неправда. А какая цифра ближе к правде? У нас получается, наверное, что более-менее оптимально это сейчас 169. Вот. Это на iOS, на Android меньше. А сколько на Android? Рублей 50. Очень по-разному. Если хорошо донести информацию, то в районе 100. Спасибо. Здравствуйте, меня Александр зовут. Спасибо за доклад. В общем-то, интересно. Я со стороны родителей тоже вот про стереотипы мне интересно. Я не готов своему трехлетнему или там четырехлетнему ребенку дать планшет. Кроме того, когда я открываю игрушки, когда думаю что-нибудь скачать развивающее, у меня стоит проблема, я не могу ничего такого найти. Кто-нибудь знает этих персонажей вообще? Поднимите руки, кто знает и кто играет вообще в это все. Я первый раз их вижу. Телевизор не смотрю. Мои дети тоже не смотрят телевизор. У меня есть бабушки. Бабушки включают втихаря на час. Не знаем. Вот скажите, у вас развивающий или это время убивалка, чтобы отвлечь ребенка? Что значит развивающая игра? Для меня не до конца. У меня сыну, когда было... Наверное, ну, до 2 лет я нашел приложение в App Store, по-моему, где просто был черный экран, на него нужно было нажать, появлялась звездочка, кружочек какого-нибудь цвета, или там точка и звук какой-то. Вот это его на 5 минут отвлекало, он делал тын-тын-тун, классно успокаивался. Все. Я не знаю, развивающее или нет, отвлекало. Больше я искал специальное приложение. Смотрел вот как подборки, разные подборки смотрел в интернете. И развивающие игры для детей. Нахожу, включаю, меня хватает на 5 минут на развиваться, все. Ребенку не готов это дать, развивающее. Сейчас сыну вот 6 лет будет, дочке 2 года исполнилось. Они мне не играют в компьютерные игры. Вот мне нечего предложить сыну. Я искал шахматы специально на компьютер. Я потратил несколько дней для того, чтобы найти на компьютер нормальные играющие шахматы. Чтобы в это можно было играть, было интересно. Одно приложение, которое, наверное, ну где-то 2000 года. Понимаете, развива. Наверное, да. Тогда у меня вопроса нету. Нет, тогда давайте к вопросу. Давай я скажу про развивающие приложения. Да, именно. Вот что это? Вот если посмотреть на бумажке, то это такая немножечко артхаусный проект. Он нацелен на развитие фантазии и воображения вообще в целом. Это игра, которая не ставит перед ребенком никаких целей и задач. Это мир открытый, где можно взаимодействовать с любыми предметами. Майнкрафт? Майнкрафт? Ну, детский Майнкрафт. Ну, детский Майнкрафт. Ну, такой, по сути, да. А вы не боитесь, что подобные игры могут затянуть очень надолго, где можно совсем взаимодействовать? То есть ребенок может проиграть 12 часов, если у него не отобрать. Если совсем можно тут повзаимодействовал, сюда пошел. Но это отбирать стресс у ребенка. Развился, папа забрал устройство, понимаете?